Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Итак, ребята, тема сегодняшнего дня у нас – выборы. Да зачем эти выборы? Это же все коррупция! Все уже решено за нас. А я не верю в выборы. У каждого из нас в жизни происходят сотни выборов. Не бывает плохих или хороших выборов. Каждый наш выбор, он открывает новую жизнь, по-своему уникальную и своеобразную. Ребята, выборы – это жизнь. Надо делать выбор.